Всем привет! С вами Хвостович Александр, ведущий блога Хвостович Лайф. И сегодня я вам расскажу, как заработать $2250 за 2 недели. При условии, если вы живете в Америке, конечно. Так вот, в чем фишечка? Значит, я, кто меня смотрит давно, знает, что я водил в Uber периодически там пару раз в неделю и привел очень много человек в Uber, которые стали водителями по моей реферальной ссылке. Я заработал, и они заработали, потому что если человек подписывается по реферальной ссылке, он получает намного больше, если он заходит и подписывается сам и становится водителем. Так вот, Uber сейчас поднял свою ставку с 20 до 25%. То есть водитель, который водит Uber, теперь должен отдавать Uber 25%. Поэтому я решил сменить Uber на Lyft. Значит, сначала поехала моя жена по ссылке от подруги. Она отъездила 50 поездок, и потому что она пришла по ссылке, она получила $750. Когда она пыталась сама подписаться, ей Lyft предлагал всего лишь $50. Ну, вы разницу чувствуете. Вот, потом она передает эту ссылку мне, я по этой ссылке подписываюсь, как реферал от нее. И я сейчас начал ездить, когда я отъезжу 50 поездок, в итоге получаю 750 я, 750 она за то, что она меня привела, плюс 750 первый реферал от подруги. Итого получается $2250 фактически за 2 недели, ребят. Это просто сумасшедшие деньги. Ну, я, конечно, не для всех, для кого-то это очень мало, но просто поездив, поразвозив людей, и кроме этих free money, как это можно сказать, бесплатных денег, вы все равно получаете деньги от компании Lyft за то, что вы возите людей. Ну, обычный, как таксист, я не знаю, таксовая фи. Вот, почему Lyft, кроме того, что офигенно много денег дают за реферальный бонус, я вам скажу еще, какие преимущества перед Uber. Почему в Uber я буду теперь, ну, может быть, раз в месяц, просто чтобы аккаунт не забрали, вот, ездить. Потому что в Lyft вы, когда начинаете водить, вы, во-первых, вы отдаете меньше процентов, чем Uber, своих денег заработанных. Фактически на руках у вас остается намного больше денег. Потом, если вы ездите больше 30 часов в неделю, вам начинает Lyft возвращать эти деньги, которые он забирал. То есть, если вы будете ездить 60 часов неделю, ну это приблизительно, то вам вернут ваши там 15% из 20, которые Uber этому Lyft уходит. И Lyft, Uber вообще как бы типсов не предлагает, типсы, ну чаевых. То есть вы отъездили и вам все, до свидания. А в Lyft, когда ты едешь, перед тем, как человек закончит поездку, у него есть выбор задонатить там no tips, $1, $5 и $20. То есть я вот вчера поездил, и мне типсами тоже нападало уже $20. То есть фактически можно зарабатывать не только на поездку, не только больше остаются деньги, но вам еще даются чаевые от людей, если вы, ну, и это, конечно, стимулирует вас быть хорошим водителем. Так вот, к чему я это все, собственно, говорю? Ребята, те, кто уже подписался от меня на Uber и уже отъездил, я вам сейчас дам еще ссылочку на Lyft, или те, кто первый раз это смотрит видео, переходите под этой по этой ссылке, ездите, 50 поездок отъездить, это не так сложно, можете подвозить своих друзей, родителей, подруг, то есть там 2 поездки от каждого человека будут засчитываться в сторону бонуса, и, ну и фактически сами еще там поездите, и вот ваши деньги. Для кого нету постоянной работы, но есть машины, это даже очень хороший постоянный заработок. Еще одно удивительное отличие компании Lyft и Uber. Uber больше, они более, ну, продвинуты, потому что они начали первыми. Но когда я шел и делал лицензию на вождение Uber, они просто прошли вокруг моей машины и посмотрели ее. То есть фактически за рулем может сидеть какой угодно человек. Ну, то есть адекватности никто не проверял. И когда вы вызываете водителя Uber, поэтому в интернете появляются всякие потом странные истории, что там какая-то драка, кого-то избили, водитель на кого-то напал. Потому что нету нормального скрининга. Когда был Lyft, человек, который приехал и сделал, ну, как бы посмотрел, могу ли я водить, он не только посмотрел машину, он со мной пообщался, мы сели за руль, я сел за руль, он со мной проехал, он посмотрел, как я веду себя на дороге, в этот же момент он со мной разговаривал, чтобы, ну, посмотреть, могу ли я общаться и вести машину одновременно, не будет ли проблем. То есть отбирают людей нормальных, адекватных. Вот, значит, поэтому, короче, ребят, я вам оставляю внизу 2
две ссылочки. Одна ссылочка, чтобы стать водителем, если вы хотите заработать денег. Рефералка сейчас очень хороший отлив. То есть, и это, кстати, надо сделать в течение 30 дней. То есть, если вы сейчас подпишетесь, вас приедут, там проверят, посмотрят машину. Потом начинайте водить. И вторая рефералка — это просто на сам application. Если вы хотите быть пассажиром и вызвать себе сервис-лифт, вам по этой рефералке дадут $50, по $10 на 5 поездок. То есть фактически первые 5 поездок, если они недалеко, там, я не знаю, от дома до работы, если вам 15 минут ехать, то они все будут бесплатные. Потому что до $10 там, ну, никакого чарджа нету. Вот, в общем, еще один способ заработать в Америке. И если вы любите водить машину, как и я, то я считаю, это просто отличный способ дополнительных денег. Ссылочки внизу. И еще раз я уточню, если вы подпишетесь на лифт не по реферальной ссылке, а сам, они дают почему-то только $50 бонус. А если через рефералку, то $750. Вот такие дела. Ваши вопросы в описании, пожалуйста, задавайте, буду отвечать. Всем спасибо и пока.